Дорогие выпускники, поздравляю вас с завершением учебного года. Сейчас очень необычный период в истории всего человечества. С одной стороны, крайне сложный, с другой, таящий в себе новые возможности. Финальный отрезок школы и для вас, и для учителей прошел в абсолютно новых условиях. Такого не было и, надеюсь, больше не будет. К сожалению, сейчас нельзя провести выпускной, как это хотелось бы сделать, встретить рассвет новой жизни плечом к плечу со своими однокашниками. Но вы все равно запомните это время. Уверен, что когда-нибудь, собирая своих детей или внуков на последний звонок, вы будете обязательно рассказывать им о весне 2020 года. Такое не забывается. Впереди у вас экзамены и этап выбора будущей профессии. Представляю, как непросто вам сейчас. Вспоминаю себя в ваши годы и понимаю, что вы испытываете стресс еще больше, чем обычные выпускники. Постарайтесь не волноваться, наберитесь терпения, веры в свои силы. Ваше здоровье – это главное. Впереди у вас долгая жизнь, и многое в будущем будет зависеть от вашей целеустремленности, уверенности и настойчивости. Дорогие родители, бабушки и дедушки, уважаемые учителя, вашим детям и внукам, вашим ученикам сейчас особенно важна поддержка. Вам также было очень нелегко, но им еще сложнее, даже если внешне все спокойно. Не жалейте для них добрых слов и своего времени. Этот период важно пройти вместе. Желаю всем выпускникам крепкого здоровья, удачи на выпускных экзаменах и счастья.